спортивном блоке УНИКС Казанского федерального университета прошел фестиваль Huawei Cup 2021. О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Надеемся, что сегодняшний день будет супер полезным для каждого из вас. На базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета прошел 7-й региональный фестиваль Huawei Cup 2021. Мероприятие проходило в научно-образовательном центре игр имени Анатолия Карпова в спортивном блоке УНИКС Казанского федерального университета. Huawei наш данный партнер по разным направлениям, по образовательным, и по R&D разработкам, и по поставке оборудования. И то, что вы здесь, я думаю, что это тоже знаково, потому что того, что присутствует на этом мероприятии, вы уже победите, независимо от того, чем закончится для вас эта викторина. На повестке дня были выступления экспертов Huawei в России по актуальным направлениям информационно-коммуникационных технологий. Также была проведена онлайн-викторина, где участники смогли получить знаковые призы. А те, кто показал наилучшие результаты, были приглашены сразу во второй этап соревнований Huawei Cup 2021. Помимо этого, на фестивале участникам удалось лично пообщаться и познакомиться с представителями Huawei. Хочется напомнить и подчеркнуть, что данный фестиваль был организован в рамках евразийских соревнований Huawei Cup 2021. Казанский федеральный университет уже давно сотрудничает с компанией Huawei. Мы всегда стараемся совместно развивать технологии, двигаться вместе. Надеюсь, все пришли сегодня с хорошим настроением, потому что сегодня вы получите много новых знаний. У вас будут интересные мероприятия, конкурсы. Всем сегодня удачи! Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.